Хоккеист ангарского «Ермака» Артем Соколов погиб. Прямо во время тренировки у спортсмена случился тепловой удар. Как сообщает пресс-служба клуба, у команды была тренировка, после которой игроки бежали кросс. Финальная часть занятий проходила перед обедом. Во время прохождения 9-километровой дистанции спортсмен почувствовал недомогание. Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у хоккеиста тепловой удар, и через несколько часов спортсмен скончался в больнице. Уже известно, что за несколько дней до трагедии все игроки «Ермака», в том числе и Артем Соколов, прошли медицинское обследование, и врачи всех допустили к тренировкам. Уже известны предварительные причины смерти. Скорее всего, Артем Соколов скончался от ишемической болезни сердца. По нормативам тренировочный процесс разрешается проводить при температуре до плюс 30 градусов. Примерно такая температура была и в этой ситуации. Если речь идет о здоровом человеке, у которого по результатам обследования не выявлено никаких отклонений, значит, можно допустить, я подчеркиваю так очень тонко, допустить, да, вероятность того, что были какие-то, будем говорить, факторы, которые привели вот к такому исходу. Температура тела у него была 41 градус. При температуре свыше 40 градусов белок начинает свертываться.